В депутаты Мажелиса встретились с учителями, разъяснили суть референдума по конституционным поправкам. В совещании приняли участие члены штаба и старшие представители сферы образования, а также руководители учебных заведений. Сейчас в области полным ходом идет подготовительная работа по проведению республиканского референдума. В нем могут принять участие около 400 тысяч жителей. Для этой цели подготовлен 261 участок. Думаю, что в сферу образования будут внесены такие изменения, как новые подходы и новая среда. Это значит, что референдум важен для каждого гражданина Казахстана. Сейчас мы наблюдаем, как вокруг Нового Казахстана ходят различные слухи, но наш президент дал этому четкое определение. Синоним Нового Казахстана ⁇ это справедливый Казахстан. Открывается много возможностей и модернизируется система государственного управления.